Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам вот такую вот кроху, которая пришла в нашем предыдущем заказе Дидиери. И она у нас ароматная, пахнет невероятно. Аромат очень хорошо слышно, даже несмотря на то, что это очень маленькое растение. Ну, можно сказать, даже в некоторой степени, ну, практически крошечное растение вот на фоне руки. Вы видите, какой маленький горшочек, небольшой цветочек, но аромат очень даже хорошо слышно. Так что вот такая вот крошечка. Иногда приходят цветущие, иногда приходят с бутонами. Но есть, конечно же, и такое, что приходят не цветущие размера. Но указано, что это взрослое растение размера цветения. Так что вот такая вот красота пришла. Корешочек у нас снизу. Я пока не хочу трогать, пусть уже цветочек отцветет, а тогда я пересажу в чуть-чуть больше горшочек, потому что корешкам уже немножко тесновато. Так что вот такая вот красота пришла в этот раз. Но нашу шпуру особо не видно, потому что она здесь между листиками. Так что вот такой вот красавчик. Очень красивый цветочек. Сейчас мы его попробуем вот так. Вот такая вот невероятная красота. Ну, все. Спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока.